Необходимые условия для получения данной выплаты. Один из родителей должен иметь гражданство Российской Федерации. Средний душевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума, то есть для малоимущих семей. Ребенок должен быть зарегистрирован в органах ЗАГСа. Органы ЗАГСа должны быть расположены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Также один из родителей должен иметь необходимый стаж работы до рождения третьего и последующего ребенка. На сегодняшний день это 26 недель. Документы необходимы для назначения ежемесячной денежной выплаты. Это копии паспортов, копии свидетельства о рождении второго, третьего, последующих детей, также первого ребенка. Справка о составе семьи. Справка о доходах за 3 месяца перед месяцем обращения.